Че, извините меня? Сейчас справимся. Мы же команда, Соня. Мы всегда справляемся со своими подписчиками, да? Давай. Давай мы уже подальше из Сонечки оттащим. Нет. Примерно. Кому не... Надо. Давай лучше знаешь куда? А он будет лаять. Давай знаешь куда? Нажимай со мной. Куда? Чего? Сюда за мной. Ты же не боишься. Ты не боишься за мной. Ксюша. Смотри, какой ветер. Уи. Ветер сдувает наш зонтик, да, Соня? Вам чуть-чуть видно, да, подписчик, если видно? Иду! Дешкин кот нас арестует. Мы же... Это же чужая машина, да? Ну не чужая. Как зонтик убрать? Что? Да? Все, убери мне зонтик, пожалуйста. Как мне сложить? Все, я закрыл. Пошли, Соня. Все, машину надо. А, машину надо? Да. Пошли в машину. Только зонтик сначала мне закрой, а я подержу. Да. Вы держишь мой зонтик еще? Капец, он маленький. Дом бар. Короче, я, короче, открой дверь в машине, пожалуйста. Открой дверь в машине. Пожалуйста, please help me. Открыла. Она закрывается, блин. О, все. Все. А твой я знаю, как выключить. Правда, он не выключается. Где мне? Но он влезет. Все. Главное, а прикинь, она закрылась. А, нет. А если нас похитят? А если нас убьют? А если мы застрянем? Не бойся. Главное, что с нами подключите, да? Погодите, для вас пройдет одна минутка, да? Нет. Для вас пройдет одна минутка, да? Короче, мы решили тут посоветоваться, да? Да. Не попробовать открыть. Ладно, все, давай, да. Выходи. В смысле, ёшкин кот? Мы не можем попасться. Ёшкин кот, как мы тут выживем? И как без еды, без питья, тем более. Вообще-то мы можем, как китаец, съесть свои личинки. Только у нас нету личинок. Вообще-то свои, я имел в виду отсюда. Ну вообще-то это китайцы питаются иногда, они тараканы хотят бедные. Китайцы вообще улиток могут есть, как и я. Кого есть? Улиток, как и я. Я могу улиток есть. Только не ешь, они живые. И что, их можно пожарить и скушать? Это мои друзья, я улитка! Все, ты дура. Ладно, но я люблю улиток. Ну, все-таки... Как выбраться из машины? Я знаю способ. Подгоди, как там... Как можно выбраться, надо сначала взять руку. Подгоди-ка, мне кто-то смотрит? Угу. Короче, знаешь, что мне сказали? Здесь надо нажать потом кнопку выбора. Погоди-ка, что ты в багажнике? Что? Там записка какая-то. Стой, посмотри только еще туда. Там записка была. Так, я знаю способ, как можно выбраться. Смотри, давай нажимаем здесь кнопку. Здесь кнопку. Потом берем вот так. Потом ждем 3 секунды. 1, 2, 3, 4. Получилось выбрать. А, давай, Соня. Получилось, да. Получилось. Давайте, Соня, бери зонтики. Зачем? Соня, давай резко закрылась дверь, давай. Давай. Ура! В смысле, закрылась?
Погоди-ка, дай-ка я почитаю по комменты про эту машину. Там написано, что в эту машину вселился крякнутый демон. Мы вообще не можем выбраться, да? Давай-ка еще раз попробуем. Один, два, три, два, один, ноль. Ничего, реально. Получилось! Да. Соня, давай, знаешь, что произошло? Ничего не произошло. Да. Давайте выбираемся, друзья, да? Давай, Сонечки. Быстрее, пока демон отвлекся. Пришла на демон. Да, пока демон отвлекся, держи зонтик. Поможешь мне его выпустить оттуда? Зонтик. Держи, это твой. Извините, мои любимые зрители, что вам приходит в темноту. Погоди-ка, а где мои тапки? У меня дома снегурка. Извините, подписчики, но вы минутку подождите. Подписчики, мы идем. Сюда, гляньте. Давайте домой. Это проклята машина. Да, Соня? Что? Да. Я понимаю, ветрено сегодня. Какой-то день несчастливый, да? Как счастливый носок. Или ботинок можно считать. Слушай, может, еще сходим погулять? Нет. Почему? Тебе захватило уже этой машины, да? Я уже хватила этой машины. Да, проблемы сегодня, да? Соня, поставь на паузу срочно. Мы должны посоветоваться, поэтому... Мы сейчас, короче, не будем кончать. Это одно. А второе... А второе... Куда мы сейчас пойдем, Соня? То есть, Гоша. Куда мы сейчас пойдем? Вы кофты достали? Да! А, все. Что? Ну, за кофтами мы не сходили. Да я... Побежали. Мы... Мне страшно. Мы пути... Соня страшная, поэтому она не идет. Я боюсь. Я не могу, потому что Соня не идет. Я пошел. Сапоги где твои? На тапках только. В тапках у тебя уже ноги все мокрые. А потом заболеешь. Я быстро. Мне страшно, подписчики. Вам тоже страшно идти в темноте, то поставьте лайк. Думаю, никто меня пугает. Это все время. Убежал. Велес, ты меня напугал. Где моя кофта, Велес? Найти? Ладно, пишите. Мне грустно, Соня. Мам, на батуте нету. Моя футболка, я поверил.
Я уже сходил туда. Сейчас я поборю свой страх, давай. Давай, потому что тут свет включен. Да? А, он сейчас включен. Ну, мама включила. Потому что ты боялась. Давай быстрее одевай кроссовки. Я проверяла хорошо. Я прямо по всему батуту потоптался. Пошли. С Велесом так-то. Белюша. Белюша, погнали. Так, Белюша. А, да пофиг, не пойдем, да? Реально вот прыгни вот с этим. Подержишь? Извините, подключить что? Но я хочу проверить это с вами. Прям вот просто подпрыгни как можешь.